17 апреля в актовом зале городской администрации прошло еженедельное аппаратное совещание под руководством главы города Хасавюрт Зайнудина Акмазова. На повестке дня значился отчет о проделанной работе за минувший 2017 год ООО «Теплоснаб». Выступая перед активом города, главный докладчик, директор «Теплоснаб» Даитбек Султанов в своем выступлении выразил, что за отчетный период во всех котельных проведены работы по наладке и ремонту сетевых и подплиточных насосов. Отремонтированы, а также заменены на новые задвижки вентиля, взамен пришедших негодностей. Установлены новые насосы, почищены дымоходы, заменены датчики перепада давления на газовых счетчиках в 10 котельных. Установлены контакты, проходные изоляторы по электрической части. В ряде котельных заменены сгоревшие огнеупорные кирпичи. Проведена изоляция надземной теплотрассы, пришедшей негодности от котельной «Сказка», «Ручеек», школа 10, школа 2 и жилые дома. В целях аварийного отключения от центрального отопления жилых домов у каждого дома, подключенного к котельной «Сказка», установлена запорная арматура. Также ко всем жилым домам во всех котельных установлена запорная арматура. Из 15 котельных, 14 котельных нуждаются в модернизации, замене котлов, оборудования. В связи с тем, что до начала отопительного периода не хватило денежных средств, план мероприятий на 2016-2017 год выполнен не полностью. Нереализованные планы в 2017 году не были выполнены в связи с нехватками денежных средств. Сейчас не было заменено полностью пришедшего негодства. Ветхая теплотрасса, не проведена модернизация котельной. В настоящее время при поступлении наличных денежных средств план мероприятий продолжает выполняться. Говоря о функциях и деятельности организации, глава города Зайнудин Акмазов отметил, что первостепенной задачей руководства ООО «Теплоснаб» является бесперебойная и стабильная подача теплоэнергии и контроль за исправностью всего оборудования. Если взять в целом, там системная проблема по водоканалу. Долг 111 миллионов за газ, за электроэнергию 2 миллиона, всего там 113 миллионов. Почему он накапливался с 2009 года? Потому что не занимались. Основной вопрос и основная проблема сборов. Имея 180 миллионов долгов от населения, не приняты и не принимаются никакие меры для того, чтобы эти долги были выплачены потребителями тепла. В завершении выступления глава города принял к сведению доклад и дал соответствующие поручения по усилению работы для снижения кредиторской и дебиторской задолженности. Проделанная работа «Теплоснаб» за 2017 год собранием актива города была признана удовлетворительной. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».